Элитный квартет в окружении фотомоделей. Загляденье. Вот именно так и воспринимают эти автомобили даже те, кто может себе их позволить. В Челябинске, по некоторым данным, обслуживается всего с 15 спорткаров Porsche. Основные продажи приходятся все же на внедорожник Cayenne. Но любит русская душа, чтобы кроме быстро и дорого, было еще просторно и, в общем, все сразу. Шикарное ощущение, учитывая, что это все натуральная кожа. И этот материал, кажется, называется алькантара. Поэтому чувствуешь себя просто королевой. Сегодня мы представили здесь весь наш модельный ряд. Это 911-я, легендарная модель марки Porsche. Это Porsche Panamera, модель, которая появилась совсем недавно, в прошлом году, в сентябре 2009 года. Porsche Cayman, спортивный, динамичный автомобиль для молодых людей. В данном случае автомобиль в новом кузове. Изменились фары, это новые фары, это новые фонари с светодиодами. Это Cayenne, Porsche Cayenne, который будет обновляться очень скоро. В данном случае представлен автомобиль в старом кузове, но 8 мая этого года будет уже российская премьера автомобиля в новом кузове. Новый Cayenne выглядит спортивней, он экономичнее и к тому же появится версия с гибридной установкой. Самый доступный автомобиль обойдется в 3 миллиона 103 тысячи рублей. Дизельная версия на 32 тысячи дороже. В России автомобили Porsche набирают большую популярность за счет того, что они очень надежны даже для наших тяжелых условий и могут эксплуатироваться круглый год. Это большой плюс для спортивных автомобилей. При этом они спокойно проезжают наших лежачих полицейских, зачастую превышающих все допустимые нормы, и доставляют массу удовольствия своим владельцам. И раз уж мы побывали на модном дефиле, небольшой показ для дамских угодников.